Йоу, чуваки, ебать, здорово. Чё, пацки, ждём, когда здесь напишут. Следующий Саша, блядь. Сыка, да я нажму сюда. Сейчас 15:10. В теории среднее время 7 секунд, 7 минут. Ху, бля. Так, а сколько там следующий? Так. Наташа рассказывала 12 минут. Ну, значит, блядь, я тоже дохуя расскажу. Чё, цыкотно, да? Сыкотно? Тебе сыкотно, нет? Чё, не сыкотно? А мне сыкотно. Сыкотно. Все еще сыкотно. Сыкотно. Проблем из нас, ухом проблем из нас. Мы ухом проблем из нас. Наш бак серебряный раз, они думали это не серьезно. Оставь при себе свои просьбы, много нерешенных вопросов. Конечно, легче потреблять мозг, сори, тебе сложно сделать просто. Не раздувай свой нос, люди не покидают офис. Не покидают офис, мой поезд набирает скорость. Не успокоюсь, люди превращаются в мост. До костного мозга я облет, я не покидаю остров. Вначале было слово, я имею к нему доступ. Дальше так, будто мерение. Меня не касается, где кнопка стоп. Я излучаю, я будто поток и фонтан. Я вижу тебе хорошо. Мой мув превращается в бизнес. На полу диджиту гизи, в гору самого низа. Пусть лавы будет, как листьев. И делаю отданной жизни. Так, ладно. Сейчас уже, блядь, будет. Блять, сука, я думал, уже полететь. Ну это понятно. Ну это понятно, блять, пацаны. Все, сука, понятно. Сейчас главное просто ровненько держаться, ровненько. Главное в какой-то момент не дыхнуть. Так, знаете, иногда как-нибудь дыхнешь, у тебя на 30% дыхание лопается, и ты начинаешь задыхаться после этого. Вот это вот хуйня, полная хуйня. Ну давай, блядь, быстрее, сука, пиши следующий, Саша, Санёчек. Так, ладно, надо пылкость убрать. Надо спокойненько зайти. Спокойненько, здравствуйте. Блядь, в смысле много теорий возмущает, сука, а куда вы делись, блядь, 5 минут на ебать курсовую из 39 листов? Чё, ёбнутый, что ли? Конечно, блядь, возмущаются, охуеть можно. Возмущаются, пиздец, блядь. У меня её вообще, я ебал, сколько будет. Тут, блядь, одна теория.
Ну давай. 8 минут. Бля, не знаю, я, может, вообще дольше буду. Ну хотя посмотрим. Все зависит от того, насколько быстро я буду говорить. Здравствуйте. Так. Могу я начинать? Ну, думаю, могу. Экран мы видим, спасибо. Все. Назовите руководитель. Научный руководитель Чернышова Галина Юрьевна. И тема моей курсовой – это реализация методики подбора классификационного алгоритма в интеллектуальном анализе данных. Сам термин интеллектуального анализа данных соразмерен широкому распространенному термину дата-майнинга. Дата-майнинг зачастую переводится как добыча или извлечение данных из каких-то источников информации. Сама актуальность рассматриваемой темы обуславливается возможностью применения дата-майнинга для различных объемов данных, применения его алгоритмов. Вообще единого мнения для того, что и какие задачи должен выполнять дата-майнинг, не существует. И задачи подразделяются по типам, которые они производят. Исходя из этого, общая классификация дата-майнинга состоит из классификации, кластеризации, прогнозирования и ассоциации с визуализацией данных, это уже в последующем этапе. Процессом упорядочения по определенному признаку набора объектов, которые имеют схожие признаки для определения сходства или различия, называется процесс классификации. В данном случае на слайде показываются, какие возможные методы классификации вообще существуют, но в данной курсовой рассматриваются два. Первый – это деревья решения, они отмечены снизу. Это метод, позволяющий предсказать принадлежность наблюдений или объектов к определенному классу категориальной зависимости, зависимости от соответствующих каких-то предикторных значений, то есть по тому, что мы определяем, то есть метки ставим классов. И второй – это метод опорных коэффициентов SVM, сокращенно относится к группе граничных методов, которые определяют классы с помощью границ областей. И метод предполагает понятие плоскости решения, то есть либо двухмерное, либо трехмерное расположение объектов. Инструментальные средства использовалось для реализации этих методик подбора среда Python, она обладает, потому что она обладает широким функционалом, который можно подключить посредством различных библиотек, которые год из года обновляются и дополняются, и хорошо документированных данных, плюс сочетаемость языка и особенно, в частности, пакеты Scikit-learn, который как раз-таки нужен для анализа данных, для дата-майнинга. Помимо этого, язык R, который по статическую обработку данных, и при этом у него, наверное, лучшая визуализация среди всех благодаря пакету ggplot2. Века – это целая коллекция инструментов для алгоритмов анализа данных, прогнозирования. И он относится именно вот для этих задач, но типа он не был рассмотрен для этого. И известный инструмент такой же RapidMiner, он вообще представляется как платное средство и поддерживает множество стандартных задач, касающихся преобразования данных, статистики, машинного обучения. Помимо этого, он и включает в себя и пакеты и века, и пакеты из языка R. Функциональные возможности – это то, что я использовал в программе, которая была написана, опять же, на Питоне. Это то есть, пакеты, которые были подключены, которые отвечали за обработку данных, за работу с матрицами, специализированное машинное обучение и визуализация. Они тоже показаны на слайде. И далее при каждом методе классификации использовались метрики качества. Метрики качества, они помогают показать, насколько точна была классификация по разным параметрам. Они бывают accuracy, precision, recall и f-мера. Ну, то есть на слайде сейчас показана формула, и единственное, что не сказано, это про
Confusion Matrix, то есть матрицу неточности. Это матрица, которая имеет в названиях столбцов единицу и ноль, и в названии строк тоже единицу и ноль. И, соответственно, если по названиям столбцов они как бы позитив или негатив, в зависимости от единицы или ноль, и по уже по строкам, когда y с крышечкой, это false или true, то есть единица или ноль. И, соответственно, ставится как на рисунке, то есть TP или FP, и true positive, false negative и так далее. Это оно. Далее кросс-валидация. Будет производиться методом перекрестной проверки с различными разбиениями. Это когда исходный набор данных разбивается на k одинаковых по размеру блока, и k блоков один из них оставляется для тестирования модели, а остальные k-1 для тренировочного набора. Процесс повторяется k раз, который мы задали, и каждый из блоков используется один раз как тестовый набор. Получается k результатов по одному на каждый блок и усредняется, и после получается уже уточненная, усредненная оценка. Ой. Так, седьмой, значит. В рамках метода опорных коэффициентов, это первый, который рассматривается SVM, представлены на картине, были получены результаты всех метрик качества и проведена кросс-валидационная проверка с различными параметрами визуализации по 3 и по 5 и по 7 выборок. Все они не были переобучены при подсчете, использовался линейный классификатор SGDK, он реализует регуляризованные линейные модели с обучением по случайному градиентному спуску. И все результаты, которые видны на картинке, это они получены в ходе эксперимента и методом опорных векторов и будут приведены для соотношения с другим методом в таблице далее. Так, это метод деревьев решений. На картинке опять же показано расположение изначального датасета, где находятся метки классов. И метод деревьев, исходя из этих результатов обучения тестов, можно увидеть, какая глубина дерева более точна и будет соотнесена с таблицей далее. То есть далее, помимо этого, то, что мы получили метки классов, мы еще должны были продолжить увеличивать точность дерева и узнать, где она будет увеличиваться и где уменьшаться. Для этого мы ограничили глубину дерева, разделяющей поверхности, равной единице, и оно у нас видно на рисунке сверху, и разделяющую поверхность с глубиной равным 2 снизу. В этом случае можно достигнуть точность классификации на обучающей выборке равной единице и на тесте равной 0,87, как показано на рисунке. Это значит, что на обучении не было допущено ни одной ошибки, то есть 100% фактически, и все объекты находились в своем цвете, то есть все верно предсказано. Чтобы бороться с проблемой переобучения, мы не ограничиваем дерево по глубине, а также еще и дополнительно накладываем ограничения на другие параметры. Нужно было добавлять ограничение на минимальное количество объекта в листе, это на нижнем рисунке, и он был равен 3. И с одной стороны у нас уменьшилось качество на тесте, на обучение, но с другой стороны выросло качество на тесте, что и говорит, что дерево построило не переобученное, и изменение точности от глубины дерева будет приведено далее. Это от 2 до 15 было протестировано дерево, и видно, что со 2 на 3 уровень происходит скачок, и 3 это является конечным, так сказать, пунктом отправным, который дальше считать не имеет смысла. И общая сравнительная характеристика, в которой показаны все модели и приведены все точности, которые были просчитаны. И исходя из этого, в данной работе была продемонстрирована методика подбора классификационного алгоритма в интеллектуальном анализе данных. В результате для решения поставленной задачи была применена среда Python из-за обширного функционального диапазона в сфере баз данных и просто из-за его функционала, облегченного и легкой настройки. Был произведен анализ алгоритма классификации для последующего применения в разработке приложения и сравнение всех этих точностей по 2 методам. В Python было разработано приложение, которое было ранее показано, и были приведены все метрики качества. В результате применения разработанного метода можно получить набор результатов и графиков, которые демонстрируют решение данной задачи. И в результате вычислительного эксперимента или конкретной выборки, которая строилась на ирисах, которая была описана ранее, в качестве наиболее точного был предложен алгоритм классификации опорных векторов, обеспечивающий наибольшую точность. То есть это SVM, это первый алгоритм, метод классификации. Все. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы есть к докладчику? Спасибо, Александр. До свидания. До свидания. Все хорошо. Ура! Сука, это что далеко? Ебать я, блядь, хуйню! Ебать там, блядь, параша вначале произошла.
Ебать! А как такое возможно? Я, сука, 4 раза протестировал. Охуеть вообще. Пиздец. Пиздец. Напишем, заебись. Альт F9, пацаны, пока!